Что и это ты так буянишь? Доброе утро. То где так масло застыло? Застыло, но, видимо. А что-то меньше двойки же там нету? Нету. А что делать? Нет, так оно и не должно быть прям супер мягкое, нормально. Вот оно же у тебя размазывается. Мне кажется, это все равно можно поменьше было. Так. Будет? То, что есть. Кофе. Улыбка. Нет, завтрак. Солнце. Завтракаем, бежим за детьми. Сегодня дети в садик? Да. Бежим за детьми на работу. Сегодня еще в стоматологию пригласили. Боже, кто это у тебя такой страшненький? Ты не забудешь его в садике? Нет. Ты же любишь забывать игрушки. Собачка. Давайте бегом. Карапузики. Карапузики, говорят. Страшного у тебя. Откуда? Это не кошка. Вот это какой-то зверь, непонятно. Наконец-то прям у нас тепло становится. Тепло-тепло сегодня уже, хорошо. О, я не знаю, Леш, какое это животное. Ну, это, наверное, никакое не животное. Это вот и есть животное, наверное. Хаги-баги. Киси-миси. Я не могу. А Вика тоже сказала, у нее есть вот девочка-то эта? Нет. Она просто сказала, что есть еще розовая, да? Хохочу. Над этой игрушкой. Хаги-баги. Значит, имеет пол, оказывается. Да, имеет пол. То есть синяя — это мальчик. Хаги-ваги. Хаги-ваги. А розовая — киси-миси. Вот и поговорили. Надо хоть загуглить, посмотреть, правда. Ну, в стоматологию. Наверное, мне снимки сделают. И скажут, пора, нет, дальше что-то делать. Хаги-ваги.